это не конура, это квартира. Две комнаты с кухней. Еще ванная. Ходи где хочешь. Оказывается, так могут жить не только мультяшные герои. В распоряжении сочинских Бобиков и Барбосов в реальности целый дом. Здесь нет клеток и строгих правил. Собаки на свободном выгуле. Вдоволь едят, играют и всегда получают порцию ласки от хозяев. И это уже далеко не первая партия обитателей Раздольского двора. Да, это у нас водные процедуры тут выталкиваются. Исключительно по инициативе Елены и Павла, их любви к четвероногим друзьям, появился этот мини-приют. Имя ему «Пони Карамелька». Так он позиционируется в соцсетях. Название этому приюту «Пони Карамелька» вошло в обиход год назад. А получать прописку постепенно собаки здесь начали уже лет как 7. Сейчас здесь проживают 35 собак, многим сделана прививка, а вот эта красавица по кличке Рошель, она первенец и по праву хозяйка стаи. 6-летняя Рошель-полукровка, смесь ротвейлера и лабрадора. Ее Павлу и Елене подарили друзья, а потом началось. Сначала в дом попросилась Плюша, затем стали появляться другие собаки. Прописался и кот. Причем, как отмечает Елена, каждый новый питомец – это что ни на есть воля случая. Специально их не ищут. Вот свела судьба. Вот пошли мы недавно на рынок с мужем. Я, допустим, не увидела. Стояла коробочка со щенком. Я пролетела мимо. Подошел Паша, говорит: «Лен, там маленькая». Подошли, взяли маленькую. Ну вот так вот сказать, что прям вот я ищу их с утра до вечера, я не могу этого сказать. На вопрос, как вы справляетесь с таким количеством собак, хозяева цитируют героиню фильма Владимира Меньшова. «Сумела организовать троих, сможешь и 30». На самом деле это очень большой труд. Ежедневно варится по 50 литров каши, сухой корм на закуску. Еду животным иногда приносят и соседи. В приюте собак моют, прививают и по необходимости стерилизуют. Но главная задача, чтобы хозяин нашелся. Каждое утро мы просыпаемся с надеждой, что однажды мы всех пристроим. По статистике, вот 2014 год более 40 собак и 2015 год более 50 собак. Я понимаю, что им здесь неплохо, всегда мечтаю найти им семью. По той лишь причине, что обниматься хватает у меня сил только с Валентиной. А каждая из них нуждается кого-то за ухо потрепать. Конечно, уделить внимание каждой собаке до столько, сколько требует животное, невозможно. Тем не менее, Елена и Павел смогли создать режим. В 9 часов вечера собаки отправляются по теплым будкам и свои жилища в доме. А помогает хозяевам держать стаю в порядке мудрая Рошель. Эх, хорошо. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.